Дело в том, что Леонид Ковязин должен был учиться вместе со мной в школе документального кино. Думал Леонид Ковязин. Ковязин прибыться на дети, куда мы едем в школу, Бруно. И у него были очень хорошие шансы, чтобы пройти в школу. Я лабут форте мари шансы для интрала часто школы. Но на один из туров он не пришел. Дарла он один тур я много не. А позже мы узнали, что он был арестован по так называемому болотному делу. Дар мы терзивно мафлатка ела фост арестат пентру болотная square case. Ты следим пятца броши один мусти. И Марина Александровна Разбежкина, мой преподаватель в школе документального кино, очень включилась в его историю. И профессора моя дела школы Мария... Марина Разбежкина. Марина Разбежкина начала афле despre... Să facă niște cercetări asupra acestui caz. И когда она узнала, что Леонид собирается жениться в тюрьме, când ea a aflat că Leonid dorește să se căsătorească în închisoare, она сказала, что это событие обязательно должно быть зафиксировано. Я zis că acest eveniment neapărat trebuie să fie înregistrat. Вот. Я пришла познакомиться с женой Леонида, и она и ее мама Катя оказались просто лучшими героями для документального фильма, которых я когда-либо видела. Și când am venit să fac cunoștință cu soția dumnealui și cu mama Ecateriniei, am înțeles că ele pot fi niște actrițe foarte bune pentru un film documentar. Я прям влюбилась в них и начала снимать. И eu m-am îndrăgostit în ei și am început să filmez. Вот, собственно, так я у них поселилась, и для себя я определила, что я буду снимать до момента, когда Леню либо отпустят, Леонида, либо отпустят, либо осудят и отправят. Și eu m-am mutat la ei și am început să filmez până în momentul când, să aștept momentul când pe el o să-l elibereze. Дело в том, что первое время я практически жила у них дома, и можно сказать, стала частью семьи. То есть я очень подружилась с Женей. Prima perioadă eu practic m-am mutat la ei și am devenit un ca un membru al familiei. M-am împrietenit cu Eugen. Да, и ну, то есть я стала частью их обыденной жизни. Eu am devenit ca un membru de fiecare zi cu ei. А камера – это часть меня, то есть часть моей руки. Камера a devenit ca un membru de mine, adică cum ar fi eu însumi. И без камеры они меня практически не видели, поэтому я привычный человек, соответственно, камера – привычная вещь. Și ei s-au obișnuit cu faptul acesta că eu eram cu cameră și adică ei practic nu m-au văzut niciodată fără cameră, că era mereu cu mine camera. Для меня самым важным в этом фильме было то, как большая политика внезапно врывается в жизнь простых людей. Для нее, pentru dumneavoastră, în primul rând, a fost cum politica intră în viața lor. И начинает оказывать влияние на их предельно интимные моменты. Și începe să aibă o influență asupra viața lor intimă. То есть как они с этим справляются, как они вообще в этом живут. Кум есть и дискурка, паста, кум есть треск, а шачка. Когда не думала о том, что герои похожи на героев Чехова, но вот вы сейчас сказали, и, возможно, так и есть, потому что, ну да, особенно бабушка. Ребята, ну, оказывается, герои Чехова, сямана к герои Дин Чехов, дар... Ну, это бабушка, что? Ну, вот бабушка – очень чеховский персонаж. Да, часто Батрина есть и кер, как он персонаж для Чехов. Она бывшая актриса. Я есть офис актриса. И вообще, три эти женщины, они семья, но они предельно разные. Да, алтрейля фемей сунт предельно. Они разные. То есть они не похожи друг на друга. Sunt complet diferite, adică...
Может быть, в этом это похоже на Чехов. Спасибо, у нас стояли, если я сам могу Чехов. Это первый фестиваль, в котором я участвую. И Este primul festival în care participă. И мне просто все очень интересно. Și ei este foarte interesant. Интересно общаться с режиссерами из других стран. Este foarte interesant să comunice cu alți режиссеры din alte țări. Посмотреть кино. Тоже. Să privească filme. Ну вот, в общем, посмотреть Сибию. Посмотреть Сибию. И увидеть Сибию. Нет, я не боюсь показывать, но не так много мест, которые согласились бы показать этот фильм. Я не знаю, мне старать этот фильм, но очень очень поцени локур, в которых могли демонстрировать. Мы показывали однажды на вечере, который был приурочен к годовщине событий на Болотной площади. Я показывала его 2-3 раза, когда... ...де ла этот эвенимент, который был в этом году.